Ребята, всем здорово! С вами сегодня я, Тимурчик. Тимур Плей. Прошу внимания. Канал у меня переименован. Так. Для тех, кто смотрит мой канал впервые, прошу заметить, у меня взломка. Сегодня мы будем кататься, ребят. Пожалуйста, давайте. Это как его звать, ребят? Я забыл. Сейчас вспомню, ребят. Как же его звать? Так, как же его звать? Ну, по-моему, его зовут. Хрен знает, ребят. Вот так его зовут. Так, ребята, я катался еще. Ну, вот так он. Так, ребят, ну мы можем на трамвайчике. Так, ребята. Ну, ребят, подождите, слушайте, тяжело определиться-то. 61 маршрут, машина исправна. Ребят, я уже забыл про это. Так, это поезд Илона Маска. Так, 8 тонн трамвай весит. Сколько? Да его даже подъемный кран не поднимет. Если только пол трамвая поднимет подъемный кран. Ребята, так, ребят, все проверил для себя. Мы будем в России. Где же мы будем? В Санкт-Петербурге. Эньки-бэньки, ели вареньки, банц, Питер. Мой любимый город это Питер. Питер это самый лучший город. А мы, ребята, вот с вами будем называть, допустим, Ленинград. Потому что этот город получил название, для тех, кто не знает, от Ленина. Назван в честь Ленина. Что там, Ленин попал под град, что ли? Ну, так, ребята, ну, не будем шутить. Так, меня в кабине нет. Я в служебных помещениях. Ребята, извиняюсь, но миссии я все прошел. Ребята, пожалуйста, напишите... Старая у меня версия или нет? Я потому что скачала взломку, а взломки, как вы понимаете, самой новейшей нету. Заходим, ребят, вот отсюда. Вот, ребята, знаете, зачем вот эта ерунда? Вот это магнит. Если его снять, двери откроются. Это так же, как на автобусе. А на троллейбусе вот тут вот внизу есть кнопка, ее нажал, и двери открылись. Отсюда, ребят, уже никак не зайдешь. А раньше, ребят, я думал, что у водителей есть какой-то пульт. Ну, а вот у них там магнитики все. Ух ты, у меня автопилот, подожди. Ой, ребят, как мне нравится этот звон. Шел по городу трамвайчик. Шел по городу трамвайчик. Я, может, вставлю эту песню. Я, скорее всего, ее и вставлю. Пьем чай. С лимончиком.
Так, ребят, на ограничение я напомню, мне плевать. У меня штрафов, потому что не будет. У меня VIP. Ну что это, ребят? Ну я его бесплатно, потому что я его через лоху. Ой. Так. Шестьдесят первый маршрут. Машина исправна. Ребята, вот такое. Помните, ребят, я разыгрываю. Ой. Как рулить? Господи, ребят, мне кажется, если бы у меня были пассажиры, они там все перевернулись. Газуй. А, он объявляет, ни хрена не слышно. Ребят, знаете, почему у меня отключен трафик? Потому что, ребят, постоянно какая-то хрень происходит с трафиком. Какие-то поезда там... Какие-то поезда там это остановятся в туннеле, и потом они начнут кружиться. И они кружатся, и нам заявляют аварию. Или вообще там что-то с рельса не сходит, это все ужасно. Так, ребят. Я помню, у меня был симулятор московского метро. Ребята. Я вас прошу, умоляю, отправьте мне новейшую версию, чтобы... Отправьте мне, ребят, с Яндекса или с Гугла, без разницы мне вообще. Самую последнюю версию московского метро, но чтобы она была не платная. Окей, ребята? Кто отправит, того я закреплю, поставлю лайк, отвечу сам. Ответить могу видео, ответить могу комментарием. Так. Ребята, давайте проедем все станции.
Бульвар адмирала Ушакова. Допустим, какой-нибудь машинист. Допустим, я этот машинист. Допустим, я уснул. Нет, допустим, у меня тормоза не работают. Допустим, ручка заела. Экстренные тормоза вообще не работают. И, допустим, мы летим неуправляемые. Я бы, конечно, сделал с трафиком, но... Машина спокойно едет, думает, что у него присутствуют тормоза. Нет, ребят, давайте ручку не заело. Допустим, тормоза не работают ни экстренные, ни служебные. Октября. Ничего не предвещало беды. Машинист Леонид Аркадьевич въезжает на станцию Чеховская. Приводит ручку. Не получает тормозного эффекта. Он в шоке, докладывает это диспетчеру. Диспетчер, 61 маршрут, отсутствуют тормоза. Диспетчер сразу же в панике. Машинист Леонид Аркадьевич переводит ручку в экстренный тормоз и не получает тормозного эффекта. Он в шоке, потому что он едет с пассажирами. Любая авария приведет к трагедии. А, кстати, ребята, кто не заметил, я друг. Меня зовут Витя, и я друг Тимура. Машинист Леонид Аркадьевич в полном шоке. Диспетчер, принимайте меры, тормоза отсутствуют. Ничего сделать не можем. Диспетчер, 61 маршрут, примите меры. Какие меры предлагаете вам сделать? Васильева, подкладывайте башмаки. Понятно. На станции подложили башмаки. Но, к сожалению, башмаки были аварийные. И они не смогут затормозиться. Машинист успокоился, понял, что башмаки не смогут остановить его состав. Так, ребята, пауза. Для тех, кто не знает, что такое башмаки, они ставятся для того, чтобы поезд... не укатился или для того, чтобы поезд остановился. Машинист Леонид Аркадьевич успокоился. Понял, что на станции подложили башмаки. Но башмаки сразу же сломались.
Женись Леонид Аркадьевич. Он в полном шоке. Он не знает, что делать. Он докладывает диспетчеру. Диспетчер, у нас не работают тормоза. У нас башмаки сломались. Диспетчер замолчал. Диспетчер в полном шоке. Впереди депо. Он едет с пассажирами. Диспетчер. Так, 61-й маршрут. Мы примем меры. Диспетчер в полном шоке. Что же сделать? Поставить впереди ступеньки. Тоже башмаки? Нет. Не вариант. В поезде выключился свет. Диспетчер, у нас впереди депо. Примите меры, подложите башмаки. Диспетчер, 61-й маршрут. Машинист пишет инструкцию, пишет объяснитель. Отказали тормоза. Машинист долго сидит и думает, как бы написать. Потом он пишет. Отказали тормоза. Машинист ни в чем не был виноват. Решение начальства уволить. Ребята, ну и на этом все. Всем пока-пока.